Вот у меня 4 полоски по 12 сантиметров, их высота 1 сантиметр. Сейчас мы будем формировать внутреннюю часть ранункулюса, тем самым показывая многолепестковость. То есть это будет имитация десятков лепестков. Мне сначала нужно прокрасить 241 номером масляной пастели верхушку вот этой серединки. И затем возьмите 232 номер масляной пастели и также покройте верхушку, слегка заходя на края. Не очень грубо, не очень интенсивно. Нам 232 приглашает кислотность 241. Теперь на бочок вот этого овала наносим клей и фиксируем проволоку. Кверху приблизительно 1-2 миллиметра. Не подводим ленту, то есть она вниз опущена на 1-2 миллиметра. Далее проклеиваю всю поверхность по 1 сантиметру вот этой ленты и делаю первый круг. Вот у меня круг сомкнулся. А вот далее будем формировать вот такие моменты. Где-то у нас опускается вниз деталь, где-то вверх. То есть нам необходимо создать такую визуальную подачу, что у нас очень много лепестков. Вот, например, первый ряд, да? Конечно, это все нужно проклеить. Я сейчас заклею. Мне очень нравится, как получилось. Я сейчас заклею вот здесь и заклею внизу. Это поможет зафиксироваться пробу этой первой полоски. Обычно я проклеиваю каждый сантиметр. Но вот эту первую попробую проклеить вот именно так. И она прекрасно держится. Ну а дальше продолжим. Так, вроде бы фокус есть. Сейчас мне хочется вот отсюда начать. И полоску сразу делаю с вот таким наклоном, чтобы вывести ее вверх. Проклею вот здесь внизу. Теперь моя полоска уйдет вниз, глубоко вниз. Теперь я ее немного приподниму, но немного ниже предыдущего слоя. Вот если посмотреть на... Вот идет предыдущий слой, а вот сейчас я чуть ниже опущу и, наверное, уведу вот так далеко вниз, чтобы была имитация шахматного порядка, как будто лепестки идут с неким смещением. Вот, а здесь мне хочется прям вот аж сюда завести. Каждый раз я стремлюсь лепестки все выше и выше формировать. То есть то, что вниз уходит, это для того, чтобы сделать вот такую вот волну. Но каждый новый слой у меня уходит на миллиметр выше предыдущего слоя вот этой ленты лепестков, скажем так. Вот зафиксировала. Можете сейчас взять губку с 241 номером масляной пастели и сделать вот такую легкую тонировку. Совсем легкую. Вот это был 241 номер, сейчас 232. Опять повторюсь, легкую тонировку, много цвета наносить не нужно. В нашей композиции ранункулюс будет практически белый.
Так. Берем третью полосочку. Вот я, наверное, отсюда хочу начинать, чтобы вот здесь подняться вверх лепестком, полоской. Пока это полоски, конечно. Вот, вот так поднимается у меня вверх. Соответственно, мне здесь нужно закрепить. Так, вот отсюда, наверное, закреплю здесь внизу. Вот так. А теперь посмотрим. Вот так, скорее всего, будет. Угу. И, знаете, я воспользуюсь еще вот таким способом, нанесу клей сверху полоски, полосочку вот так наверх загну и вот здесь сформирую вот такой слой, который тоже уйдет вот так вниз, поэтому приблизительно вот здесь наношу клей. И вот таким образом закрываю. Теперь мне хочется вот здесь сделать намотку. Поднимаю вот так ленту. И фиксирую ее внизу. Плотно зажимайте. Ну вот, смотрите, три ленты использованы. И если вот так рассмотреть, то создается впечатление, что у нас вот множество лепестков покрывает серединку. Я продолжу, потому что мне хочется еще сделать несколько намоток вот сюда. Поэтому здесь внизу зафиксирую ленту, чтобы она шла наверх. Вот, потому что именно здесь мне хочется вот так приподняться. А теперь делаю внизу намотку. Так, пожалуй, снова поверну вот так лепесток. Видите, я даже говорю лепесток, на самом деле это полоска, но она действительно имитирует лепестки. Так, ну, пожалуй, вот так закреплю внизу и на этом останавливаюсь. Практически 4 полоски у меня ушло на формирование вот этой серединки. Снова возьму 241, слегка затонирую, совсем чуть-чуть. И потом 232, только края и только вот так чуть-чуть. Легкий оттеночек. Когда все лепестки обработаны и серединка вот так уже создана, приступим к сборке ранункулюса. В первую очередь понадобятся лепестки меньшего размера, и вот мы его, каждый лепесток, будем вот так прикладывать к нашей серединке. Вот здесь в моем случае плотно прижимаю. И
Кстати, давайте я вам покажу диаметр вот этой получившейся заготовки. Ее диаметр 1,7 сантиметров и высота 1,4 сантиметра. А вот эти лепестки, значит, если серединка будет больше, то, конечно, они будут не доставать даже до вот этой вот проволочки. Каждый раз будет варьировать высота. Поэтому вот я делала, прошлый раз у меня серединка была 1,9, и лепестки первого ряда стали четко вот сюда кверху и даже не доставали до проволочки. В данном случае серединка маленькая, поэтому четко к проволоке подходит вот этот лепесток. Я примеряю, внизу подклеиваю все эти хвостики, фиксирую возле проволоки. Вот первый лепесток обнимает заготовку и внизу касается проволоки. Следующий буду прикладывать немного больше, чем за середину. У меня даже сверху вот остается третья часть лепестка. Снова выгибаю вот так назад. После примерки наношу клей и плотно зажимаю края. Первый, второй лепесток. Третий идет наверх второго и тоже на третью часть его. Вернее, третья часть открыта, а две трети закрывает третий лепесток. Также примерили. Уводим в сторону основания лепестка. Наносим клей и зажимаем. Девочки на марафоне задавали вопрос, чем можно заменить клеевой пистолет. Если вам удобно работать с секундным клеем, можете работать с ним, подклеивать все это секундным клеем. Но я работаю с клеевым пистолетом, подобрала себе тот, который не течет, и поверьте, это намного лучше для нашего здоровья, потому что секундный клей, он не очень полезный. Первый, второй, третий. Сейчас наведу фокус. Значит, вот первый, второй, третий, четвертый лепесток. Тоже он идет на третью часть. Вот, кстати, когда... Вроде бы все одинаковые лепестки, да, но когда мы растягиваем, какой-то может быть больше, какой-то меньше. Вот я сейчас примерила один, он достаточно большой, я его растянула очень сильно. И взяла следующий, либо нужно будет подрезать немного тот, который растянут больше. Итак, первый, второй, третий, четвертый, пятый. Я уже вижу, что у меня четко 8 лепестков хватит, хотя вполне может быть такое, что уйдет 7 лепестков. Шестой. И вот сейчас у меня здесь будет седьмой. И я посмотрю, стоит ли мне... Он, кстати, достаточно закрыт. Наверное, нужно потянуть его больше. Здесь я размещаю седьмой. И я думаю, что да, восьмой тоже буду подклеивать. Пока подклею. Потом посмотрю. А возможно, и не стоит. Уже сомкнулся хорошо ряд. Круг сомкнулся. Я думаю, что, наверное, восьмой я клеить не буду. Да, на этом останавливаюсь. И в первом ряду я использовала 7 лепестков. Второй ряд. Берем лепестки следующего размера.
Их также 8 штук. И мы тоже посмотрим, пойдут ли все на один круг. Прикладываю их. Лепесток должен возвышаться по сравнению с предыдущим рядом на 1-2 миллиметра, не выше. Вот в данном случае, если приравнять к серединке, мой лепесток очень сильно возвышается, поэтому мне хотелось бы немного срезать вот это основание, буквально на 2 миллиметра. Теперь прикладываю вот так сбоку, если посмотреть. Вот лепесток буквально на 2 миллиметра выше. Это как раз то, что нам нужно. Придерживаю. Сначала примерила и только потом приклеиваю. Помните, что это как в пословице: 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. В нашем случае приклей. Вот здесь, смотрите, у меня образовывается складка, но это для того, чтобы лепесток плотно сидел к цветку. Потому что если мы подклеиваем лепесток, наносим клей снизу, да, и зажимаем снизу вверх, вот так отсюда зажимаем и клей вот так вверх тянем, то лепесток открывается. Если у нас стоит цель такая, открывать лепесток, то да, можно формировать так. Но пока мы придерживаемся того, чтобы лепесток плотно сидел по цветку. И моя задача вот так приложить и лепесток клеить сверху вниз. Вот так, сверху вниз. Тогда лепесток будет плотно сидеть по заготовке. Снова вот я вижу на 2 миллиметра выше лепесток. Срежу излишки и подклею у основания. Шаг я снова делаю приблизительно половина лепестка, ну или 1/3, и иду в противоположном направлении. Можно не делать этого, можно все лепестки вести в одном направлении. У меня просто так получилось, поэтому я меняю направление приклейки. То есть те я клеила в эту сторону, эти клею в обратную. Соблюдаем вот эту высоту круга. Все лепестки должны быть на одном уровне. Здесь срезать, наверное, не буду ничего. Скорее всего, что когда я растягивала лепестки, какой-то где-то потянуло больше. Вот, мы поджимаем плотно лепесток заготовки, поэтому сверху вниз нажимаю. Эту угловатость тоже срежу. Раз, два, три, четыре, пять лепестков я уже использовала. Вот этот маленький сел четко, не обрезать ничего не нужно. Это 6-й лепесток. И вот здесь будет 7-й. Пожалуй, тоже на этом остановлюсь. Могу срезать вот эти линии. Опять же, все это формируется при растягивании лепестка. Какой-то потянуло больше, какой-то меньше. Вот у нас 2-й ряд. Сомкнулись лепестки, получился красивый четкий круг.